В этом сезоне я решил проследить, у каких моих растений на огороде самые большие листья выросли. И вот сейчас прошел, сравнил. Вот это кабачки. Они довольно активно разрослись, и зависть уже на них неплохая, скоро будут уже первые плоды. Листики у них довольно большие. Вот они, листики. Однако рядом находятся патиссоны. Патиссонов, хотя и нет еще пока плодов, ну, только зависть небольшая, но однако листья у них еще больше, чем даже у кабачков. Пойду смотреть дальше. Еще одним претендентом на самые большие листики является клещевина. Вот она. Конечно, клещевина по красоте опережает и кабачки, и тем более патиссоны. Она очень красиво смотрится. Уже подросла, наверное, на 1,40 м, может даже 1,5 м вот дальняя. Но, однако, листики у нее хоть и большие по размеру, но какие-то изрезанные и смотрятся менее впечатляющие, чем, например, у патиссонов. Растет у меня еще и тыква. Тыкву я сеял попозже, и там листья еще пока ни в какое сравнение не идут ни с кабачками, и тем более с патиссонами. Вот кабачки, вот патиссоны рядышком. Вот такой листик довольно большой. Пока на сегодняшний день я отдаю первое место патиссонам. Ну и в качестве приза я им выделю ведерко подкормки своим любимым куриным пометом, раствором. Ну, правда, и кабачкам тоже сделаю подкормку, чтобы они не отставали. Арбузы неплохо разрослись вот тут рядышком, но, конечно, листики у них намного уступают этим растениям. И еще к моему конкурсу подключается капуста. Она уже довольно хорошо тоже разрослась. Вот видно, какие у нее уже мощные тоже листики. Но все-таки у капусты тоже они, пожалуй, поменьше, чем у патиссонов. Но тоже подкормлю и капусту в качестве поощрительного приза. Если учесть, что капусту я сеял прямо вот в грунт семенами в начале мая, то, в принципе, она не так уж и плохо и выглядит. То есть она уже активно растет и вот-вот уже начнет завязывать кочанчики. Вот она, капустка. Ну, на этом мой конкурс я заканчиваю. Закрываю. Победу отдаю патиссонам.